Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сегодня я вам расскажу о своем уходе за лицом. Немного у меня поменялось тех роликов, когда я вам рассказывала о своем уходе, но все-таки что-то поменялось, поменялась серия, да. Ну и начну я, наверное, с умывалки. Уход у меня как бы два, скажем так, ухода. Один от Yves Rocher, другой корейская марка. И начну я с Yves Rocher. Умывалка у меня вот такая вот. Я не могу сказать, что она прям вот супер средство, обыкновенная умывалка. Гранулки, ну, не царапают лицо, как бы все деликатно, спокойно, не раздражает мою кожу. У меня сухая, обезвоженная кожа, кто не знает, поэтому для меня важно, чтобы она не раздражалась. Дальше. Дальше я наношу сыворотку, тоник, но тоник я вам не покажу, потому что хочу заказать тоник марки La Roche-Posay, но не знаю, пока еще нету, об этом чистая линия у меня тоник и, ну, нормальный тоник. Дальше, сыворотка вот такая хорошая, легкая, просто, ну не знаю, мне нравится Yves Rocher, вот такие вот. Запах такой очень приятный, бутылочка стеклянная, не пластмасса, все так, скажем, недешево, да, сделано, продумано, поэтому дозатор здесь, он закрывается, чтобы как бы было все закрыто, воздух не попадал. Дальше у меня такой вот крем под глаза, с таким вот носиком надавливаешь, и отсюда выходит средство, и пальчиками разносите. Тоже питает, увлажняет, меня все устраивает, очень классно. Еще раз покажу, вот такая серия красного цвета под ногти. Да, красного цвета. Да, мне помогает дочечка. И крем ночной, вот такой вот питательный, тоже питает, увлажняет. Кожа после него хорошая, то есть у меня не появляются прыщи. Чего я не могу сказать, я зимой покупала марку Clinique, смотрела по отзывам, и все как бы заодно, марка классная. Я взяла себе эссенцию в желтенькой такой бутылочке, 30 миллиграмм, крем увлажняющий для лица. Мне понравился крем для лица, не понравился мне крем под глаза. Он слишком жирный, прям как масло сливочное. И мне не, ну как бы, ничего оно не делало. То есть пока он есть, когда я умываюсь с утра, сухость присутствует. Так что, ну, не знаю, не понравилось. Хотя дорогая марка, и Yves Rocher меня устраивает и по цене, и по качеству, и как она воспринимается моей кожей на лице. Так, дальше. Дальше у меня такой вот пилинг. Это корейская марка. И Shine, или Shine, ну как-то так. Очень деликатно убирает все ненужные частички с кожи лица. Не раздражает опять-таки. Пользуюсь два раза в неделю и наношу каждый день вот такой вот тоник с гиалуроновой кислотой, тоже этой фирмы. Здесь 200 миллиграмм, больше чем достаточно. Очень хорошо увлажняет кожу, прям вот, ну, ее надо не так, как я делала немножечко и растирала по лицу там капельку, а ее надо прям так щедро в ладошечку вылить. И это все это средство распределить по лицу, и тогда кожа прям вот напитанная. Вот. Дальше. На ночь я наношу вот такой вот крем-маска фирмы Mizone, Корея тоже. Это улиточная слизь. Питает, увлажняет, и лицо становится, тон лица становится более однородным. И тоже никаких высыпаний, ничего такого нету. И еще я вам забыла сказать о маске Yves Rocher. Вот такая обалденная вещь. Просто если у вас какие-то есть шелушения, вот это ваше спасение. Попробуйте, тоже не сыпет, не забивает поры. И классная вещь, я ее уже покупаю второй или третий раз. Классная, просто классная.
На этом все. Вот такой у меня уход. Если вам было полезно это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, да. Заходите в Инстаграм, комментируйте и смотрите мое следующее видео, будет об уходе. Вы видите, что я поменяла цвет волос, опять попортила волосы и опять в поиске таких хороших средств, и кое-что я нашла, так что, если вам интересно, смотрите меня дальше. Пока! Пока!